Здравствуйте, уважаемые друзья! Как в своем телеграм-канале обещал, сделаю на кальмаре краудлоун обзор. Уже, наверное, кто в теме, давно посмотрели. Но в то же время, пока они лидируют во втором этапе, считаю актуальным сделать на лидера обзор. Вот, и призвать, что ли, участвовать, призвать в этом парачейне. Ну, тоже на свое усмотрение, естественно, ребята. Риски никто не отменял. Кусама и так очень много наиксовала, может скомануться. И, может быть, вы не сильно много получите по итогу вот этого вот краудлона. Но в то же время не должны вы ничего потерять, исходя из токеномики этого проекта. Значит, в двух словах, что такое манта и калмари. Каламари. Это два одинаковых проекта, только манта будет на Полькодоте слой приватности делать, а каламари на кусами. Ну, смысл такой, что у них и свополка своя будет приватная, и транзы вы можете различные делать приватные. В общем, такой приватный слой, уровень на кусами, то есть обмен токены будет приватными происходить на их свополке и прочее. Нельзя сказать, что это супер там топ идея, но здесь есть Заманта Network, стоят крутые фонды, потом как-нибудь обзор сделаем на нее, да. И вообще проект должен быть иксующий, исходя из токеномики, так. Вот смотрите, распределяют они 3 миллиона в лучшем случае supply, если они насобирают 300 тысяч. Кусам то 3 миллиона распределят, это 30% примерно от всего supply. Ну, конечно, кто влетел там на CIDI и на Strategic инвесторы, тоже получат Manta Network токены Calamari, но они получат их в течение 2 лет, то есть не сразу. И сильно на цену кальмара оно не будет влиять. Если бык не закончится, то ориентировочно можно ждать по итогу 2-3 икса от стоимости даже. Ну, от 300 так точно, когда стоило, можно было лочить по $300 кусаму. Ну, так как вот видите, бык пошел, все менее и менее выгодно становится участие в этих парачейнах. Ну, в каком плане менее выгодно, мы тоже должны рассуждать. Если ты как рассуждаешь как инвестор, то оно выгодно всегда участвовать. То, что ты кусаму застекал, ты ее не трогаешь, а через цикл она может там нормально тебе иксануть, ты ее не сольешь. Вот. И какие-то там те проценты. Но это лучшее пока предложение на рынке, так как потенциал ее 2-3 икса, даже с плохим рынком, там 50-100 миллионов, это реально капитализация этого кальмара, чтобы оно сделалось, а может и больше он будет. Можно, короче, вынести. Ну, не Moonbeam, понятно, который на хайпе, вообще там грамотно все сделали ребята. И понятно, тут сравнивать сложно. Этот послабее проект. Но он тоже очень важен для Кусамы, ну, для и Полькодота системы. Так что слой приватности, особенно в первых аукционах, это будут всегда топ-проекты. И их нужно тоже на долгосрок рассматривать. Возможно, даже сразу все не сливать. В общем, как участвовать? Тут все примитивно. Вот моя реф-ссылочка. Это так. Вы там 2,5 бонуса. То есть в обе стороны она действует. Получаете. Пришли, подключили Polka.js. Вот такой вот кошелек. Экстеншн там создали. Канал, ну, есть у меня там видео, как пользоваться. Или на ютубе посмотрите. Ну и все, контрибьюцию свою сделали. Подписали ее, подпишите транзу через контрибьют. Ну и все, и оно там отразится, вот так вот будет. Вот я свою последнюю кусаму застекал сюда, которую брал на коррекции, там по $180. Вот сюда вкинул, потому что считаю, что он пока самый перспективный проект. Может еще докину, но пока думаю еще. В общем, такой проект из всех, которые есть, если, я говорю, спокойный инвестор, не ищите вот эти, скажем так, тихонечко идете своей дорогой, тихонечко зарабатываете, да, то есть
руководствуясь таким посылом, лучше не заработаю, чем потеряю, то это хорошая стратегия. Даже брать сейчас с рынка, ну, скажем так, есть нюансы, все, но это не будет большой ошибкой, если взять с рынка и, допустим, застекать Кусаму, если у вас там времени нет, чем даже тот же биток покупать. Например, как например, потому что должно отбиться, все. Сразу там скажу, что только 30% отдадут вам в разлоке. Будет, то есть будет мало токенов, и цену очень легко будет манипулировать, она будет расти. Вот, легко. Поэтому присмотритесь. Потому что, ну, лучше пока проект. Еще есть такой проект, и мы его тоже сделаем. Interlay. Я тоже в телеграм-канале, тоже подписывайтесь. У нас приватный канал. То есть никакого там шила нет, ни шитков, ничего. То есть там ни рекламы. Если есть там какие-то ревки, то они взаимовыгодные. И то я предупреждаю, вы же знаете мою позицию. То есть по желанию проходим. Вот. И 34% сразу кальмара дадут. Остальные 64 там в течение 8 недель будет параллельно разлачиваться. Вот, поэтому пока то, что я вижу, это самое выгодное. И еще Interlay, ну потом посмотрим этот Interlay. Так что, ребята, еще раз, самый пока актуальный проект на иксы, ну самый выгодный, если даже брать Кусаму с рынка сейчас по 400 там плюс. Ну и как инвестиция, это все-таки будет как инвестиция, а не как какой-то трейд. Ну, скажем так, я больше приветствую такую позицию, застекал, там подержал. Это больше позиция инвестора, чем просто там флипанул, выскочил, там, потом кинул какой-то шиток и все потерял. Так что, ребята, смотрите, вот из всех проектов пока самый актуальный он. Все, ребят. До новых встреч. Подписывайтесь на ТГ-канал. Лайк, подписка. Приветствуется.